Получая квитанцию об оплате жилищно-коммунальных услуг, необходимо помнить о мерах, предусмотренных законом, применяемых должникам за несвоевременную оплату. Принудительное взыскание подобного вида задолженностей – одно из направлений работы службы судебных приставов. На сегодняшний день общая сумма задолженности по ЖКХ жителей Электрогорска перед организациями, в чьих интересах работает МособЕРЦ, составляет порядка 170 миллионов рублей. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с ковидом, продолжают действовать меры социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг. Однако наличие долга может стать основанием для прекращения выплаты субсидий и компенсации на оплату ЖКУ. Закон предусматривает и такие меры, как арест банковских счетов и имущества должника, например, автотранспорта, и запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Так, в 2020 году в связи с удовлетворенными исками МособЕРЦ около 80 должников, жителей городского округа Электрогорск, не смогли выехать за границу. Запрет на регистрационные действия с автомобилями и недвижимостью получили 210 неплательщиков. Обращаем ваше внимание, что если долг за ЖКХ составляет более 6 месяцев, и должник не собирается возмещать его поставщику жилищно-коммунальных услуг, то вопрос о погашении задолженности решается в судебном порядке. В этот раз судебные приставы вышли в очередной рейд по взысканию задолженностей. До конца этого года у нас проходят рейдовые мероприятия по коммунальным платежам и исходным производством в отношении теплоснабжающих компаний. Каким образом осуществляются ваши рейды? Рейды мероприятия у нас осуществляются в штатном режиме. Это ежедневно с 6 утра до 10 вечера. Что конкретно делаете вы? Что входит в ваши обязанности? В мои обязанности входит это убедить должника вовремя оплатить свою задолженность. В случае неисполнения мы производим ареста имущества, ликвидного имущества. Для того, чтобы узнать, какое имущество зарегистрировано на должников, отправляется запрос в соответствующие органы, определяется местоположение. По итогам рейда наложили арест с изъятием на 2 транспортных средства. Процедура проходила при отсутствии должников. Судебные приставы-исполнители составили акт описи имущества, затем при помощи эвакуатора автомобили отправили на спецстоянки. Рейдовые мероприятия у нас сегодня прошли на ура. Арестовали мы сегодня 2 машины. Вот. Должники обязались вернуться на прием и полностью погасить данную задолженность. Согласно постановлению, после изъятия у граждан есть несколько дней на то, чтобы внести оставшуюся сумму задолженности. В противном случае автомобиль будет передан на реализацию. По-вашему, имеет успех вот такая мера? Да, конечно, это очень эффективная мера по аресту, вот, когда забирают именно автомобили. Люди стараются побыстрее погасить данную задолженность, приходят к нам на прием, вовремя оплачивают ее. Кроме того, после вынесения судебного решения долг может увеличиться на стоимость судебных издержек исполнительского сбора. Поэтому МособЕРЦ не рекомендует накапливать неоплаченные счета, а в соответствии с законом регулярно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. Уважаемые жители городского округа Электрогорск, пользуйтесь дистанционными сервисами МособЕРЦ онлайн, берегите своих близких и будьте здоровы!